карпаччо из говядины, филе осетрины, семга, морепродукты. А что у нас по морепродуктам? Крабы, креветки, мидии. Ну, все как заказывали. Отлично. Терин из мяса, птицы с грибами. Птица есть, грибы есть. Томаты. Черри есть. Филе сельди с запеченным картофелем. Картофеля нужно будет запечь побольше. Он еще на салаты пойдет. Сделаем. И а буженина, кажется, уже готова. Спасибо, я забыла про нее совсем. Доставай. Угу. А вырезку телячью нам привезли? Еще утром. Парная. Роскошно. Ну что, тогда за тесто? А я возьмусь за тесто для торта. Интересно, а где Яна? Я боюсь, мы не успеем. Ее помощь была бы кстати. Ага. Не надейся. Она приходит, когда хочет. Вот была бы ты подружкой шефа, тоже она приходила, когда хочешь. Яна, а чего ты там стоишь? Ты видишь, мы не успеваем, помогла бы. Тебе же доверили банкет делать. Вот и крутись сама, как хочешь. Сделаем, как хотим. Там один моментик, мне сказали, что платеж еще не прошел. А? Опять ты ей банкет делать дал. Хорошо. Почему не мне? Не волнуйтесь, ждем вас. Завтра все будет по высшему разряду. До свидания. Ты чего шумишь? Не видишь, что ли, я с клиентом общаюсь? Директор крупной компании заказал банкет. Почему не мне? Это Нинка? Нинка, шеф. Ты простой повар, ты должна делать все, что она скажет. Понятно? Нет. Ну, че-то как маленькая. Губки надула. Ты к ребенок. Деньги свои любишь. Которые ты так любишь тратить. Ну, поцелуй. Ну, обещаю, что в следующий раз дашь делать банкет мне, ну, пожалуйста. Обещаю. Теперь иди и помоги мне. Ладно. Ой, блин. Достал же. Тебе показать, как делать? Нечего мне учить, сама знаю. Займись пока цукини. Крем пусть постоит, масло слишком холодное. Ломтики цукини для рулетиков должны быть не толще 7 миллиметров. Миллиметров. Коленька, может, съездим на выходных куда-нибудь? Нет, Юль, не могу. Обещал жене новую вытяжку на кухне поставить. Господи, ты никогда не можешь. Коля, я сегодня допоздна. Ты на ужин сам что-нибудь сообразил, ладно? Ладно, не впервые. Я это... тоже работы много сегодня. Поздно буду. Хорошо, давай, пока. Может, сходим вечерком куда-нибудь? Посмотрим на твое поведение. Пойдем обедать. Коль, а ты любишь свою жену? Это не любовь, привычка. А где учится твоя дочь? В колледже на кондитера. Пошла по стопам матери, значит. А что, если я забеременею? Подумай лучше, куда мы сегодня вечером пойдем. Я не могу вечером. У меня планы. Договорилась о встрече? Юль, ты же знала, что я женат. Алло, привет. Да, я могу вечером. Кому звонишь? Да, созвонимся после работы. С кем ты собираешься встречаться? Нин, слушай, можешь отпустить меня сегодня пораньше? Сашку некому забрать из сада. Конечно. Я сама закончу, иди. Спасибо.
Эдик, ты с ума сошел? Мы на работе, у нас рабочие отношения. Не, ну, когда это мешало? Наоборот, стимулирует рабочий процесс. Нет. Да что ж ты делаешь? Ой. Ах, ты дрянь такая. Значит, только я за дверь, а ты к мужику к моему пристраиваешься. Я, ты что, блины объелась? У меня муж есть. Муж есть. А к моему, что ли, лезешь, а? Ну, тихо, стой, веду. Я, да успокойся, ну, не наработает. Ах, работает твоя Нинка. Видела я, как она на тебя вешается. Прекрати. На ней клейма уже негде ставить. Это уже слишком, уйми свою девушку. Хочешь отнять тебе сейчас какую мог? Да, хватит, не прости меня за рубашку, я нечаянно. Пусти меня! Что за цирк, а? Пусти! Завтра смена в 6 утра, ясно? Я только что работу закончила. Ну, вот так вот. Была позговорчивая, сама решала, когда в тебя приходить. Залиште голосове повідомлення після сигналу. А где мама? Спроси сама у своей матери, где она. Она скоро вообще не будет домой приходить ночевать. Привет, мам. Где ты была? Привет. На работе, где же еще? Как успехи в колледже? Зачет сдала? Сдала. Отлично. Умница. Не спишь еще? Как видишь. Коль, ну ты же должен понимать, это работа. У меня завтра банкет. Слушай, я смотрю, у тебя каждый день банкет. Коль, ну что это такое? Слушай, да ничего. Да что с тобой сегодня? Оставалась бы уже там, где была. Чего стесняться-то? Тоже мне работница. Ты в холодильник посмотри. А что с холодильником? Да ничего, две поварихи в доме, а холодильник пустой. Мам, чай будешь? Буду. С мятой. Анечка, ты где планируешь работать после колледжа? Я во Францию хочу. На стажировку. А зачем тебе Франция? Я тебе всему научу. Хочешь блонманже или мильфей? Нет, не хочу. Я во Францию хочу. Мам, ну это такой шанс увидеть Париж и умереть. Ну не говори ерунды, а. Ладно. Отдам ссуду Корнееву. Буду копить тебе на Францию. Коля, я побежала. Коля, я все приготовила. Ужин, обед, завтрак на плите, разогреешь себя, ладно? Угу. Пока. Ах ты ж. Нин, привет. Как дела? Все готово? И что такое? Не знаю. Что значит не знаю? Кто это сделал? А что случилось? Да вот и я хочу знать. И буженина из холодильного шкафа пропала. Чего? Как? Так, вы что, издеваетесь все, что ли, а? Кто вчера последний уходил? Я уходила. Значит, ты ее взяла. Кто-то должен оплатить мне за сдачу. Я, что ли, буду? С твоей зарплаты вычту. Нет, я здесь днюю и ночую, у меня никакой личной жизни. Была бы поумнее, все было бы иначе. Сговорчивее надо быть. Я к тебе со всей душой, по-человечески. Суд дал на телевизор, бытовую технику. Ты все новое хотела? Квартиру-то, а? С ремонтом.
$2500, между прочим, не хухры-мухры. Ну, знаешь ли, я тебе их выплачиваю из зарплаты. А процент? Тебе в банке за кредит сколько пришлось бы доплатить? В общем, я не знаю. Делай, что хочешь, но чтобы банкет все было готово. Ясно? Так, пожалуйста, поставьте подпись здесь. Угу, и здесь. Спасибо. Вот ваша копия. Всего хорошего. Спасибо. Я соскучился. Хочу тебя. Что, время здесь? А почему мой нет? А если кто-то зайдет? Там дверь закрою. А я здесь не могу. Я хочу к тебе домой. Когда? Сейчас? Нет, ну что-то давай в обед. Я хочу к тебе дома. А поехали. А жена не придет? Нет, точно не придет. Руки убери. Ну, и зачем ты это сделала? Я тут ни при чем. Я вчера раньше всех ушла. Ты меня сам отпустил, забыл? Ты себя дурочку не клей. Тебе запись камеры показать? Нина ни за что получила. Нина. Опять Нина. Ян, еще одна такая выходка, и ты вылетишь отсюда, как пробка. Это понятно? Чего стоим? Иди работай, у меня все. Вот это мой дом. Давай я первый пойду, как будто мы не вместе, ладно? А ты за мной. Код 111В. Второй подъезд. Вот видишь, все успели. Ну, Нин, ценю. За утро прости, я погорячился. Виноват. Бывает, все мы люди. А ты уберешься и вымоешь всю посуду на кухне. Ясно? Я ваша новая соседка снизу. Мы нас затопили, не можем к вам дозвониться. Если в ближайшее время не придете, ЖЭК будет ломать замок в вашей квартире. Залиште голосове повідомлення після сигналу. Нет, что случилось? Соседку затопили. Отпустишь? Хорошо, давай я такси вызову. Спасибо, я сама. Не, ну как там разберешься, возвращайся. Ну а без себя никак. Куда вечером пойдем? Не знаю. Можно в бар. Я знаю, новый в центре открылся. Не, в бар не хочу. Может, где-то потусоваться, потанцевать. Ну а где? О, Макс! Привет. Привет. Познакомься, это Аня, это Макс. Приятно. Как делишки? Нормально все, у тебя как? Да замечательно. Все еще сдал, откисаем. Расслабон полный, родитель доминиканин. Кстати, у меня сегодня пати, так что welcome, будут все свои. Фильм какой-нибудь криповый посмотрим, может, что поинтереснее. Ну, мы подумаем, если что, звякну. Ок, тогда я пошел. Давай. Сори. Так. А кто это? Знакомый один, студент экономического. Мажор, постоянно то на Мальдивы, то на Шри-Ланку, квартира. С выходом на крышу. Да кто же у него родители? Да, шишки какие-то. Ну так что, куда пойдем? Так, может, к нему сходим? Ну а что, ну все лучше, чем одним. Тебе что, Макс понравился? Ну не знаю, ну... Поближе можно познакомиться. Ну давай сходим. Ну давай. Ну пойдем. Ну ладно, уговорила, сходим. Странно.
все сухо. Ты чё, отмороженная? Жить надоело? Алло? Валь, выйди, пожалуйста, на минутку, поговорить надо. Хорошо, сейчас буду. Спасибо. Ты что, плачешь? Нет. Папа говорит, вредно для здоровья плакать. Хочешь, я тебе этого мишку подарю? Нет, спасибо, детка. Викуль, ты как здесь оказалась? Ну-ка, пойдем, я тебя в группу отведу. Господи, сестренка, что случилось? Потом. Ты подожди, я сейчас. Пойдем, Викулечка. Соседка смс-ку прислала, что мы их затопили. Я домой пришла, но и застала в спальне. И так странно, соседи же недавно вроде въехали. Откуда у них мой номер телефона? А может, это и не соседка вовсе, может, это любовница Колькина послала. Нин, да какая разница, кто послал? Ты видела, как он тебе изменяет своими собственными глазами? На черта такой мужик нужен. Гони его, кобеля проклятого. Нет, даже не постеснялся домой привезти свою эту профурсетку. Да я сама, наверное, виновата. Я внимания ему должного не уделяла. Пропадала на работе все время. Ну какой муж будет это терпеть? Нин, что значит терпеть? Ты работала, ты не гуляла. Ты, наверное, права. Но нельзя жить с человеком дальше. С человеком, который предал. Я не смогу. Конечно, нельзя. Тот, кто предал однажды, предаст еще раз. Ниночка, ну ты не расстраивайся так. Как говорится, что не делается, все к лучшему, да? Угу. Все наладится, вот увидишь. Все будет хорошо. Фух, так, ну давайте я попробую, что тут нужно. Ну давайте рискну. Может, выпьем? Что будете? Я сок. Чего так слабенько? Может, что покруче? Есть апероль? Сейчас будет. Отлично. Апероль. Хочу. Мерси. А что это? Это с прошлого рейва осталось. Это тот, который в Бигхаусе был? Да, тот, который в голову мне прилетел. Здорово тогда отожгли. Двое суток. Вы что, 2 дня не спали? Детка, там не до сна. Молчишь-то? Ты сама виновата. Я уже не помню, как выглядит моя жена. То у Корнеева что, нет других поваров, что ли? А может, ты вообще не на работу ходишь, а? Может, у тебя есть кто-то? Тебе не стыдно? У меня кто-то есть. Да целая дивизия. Знаешь что, собирай свои вещи и иди отсюда. Да сейчас. Еще что.
Работаю с утра до ночи, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. Ты за моей спиной развлекаешься и меня в чем-то подозреваешь? Нет, с меня хватит, я подаю на развод. Ну, пожалуйста. Хоть завтра, кто тебя держит? Завтра я разведусь. А ты иди отсюда. Вообще-то это и мой дом. Хорошо, это твой дом, но я тебя прошу, уйди. Угостишь? Я пойду. Пока. 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 Так, прости. Что, погоди, ты куда? Время детское. Мне домой к 10 нужно. Какие планы на завтра? Хочешь, в рестик сгоняем? У меня друг шеф-повар. Конечно, хочу. Тогда я вечером за тобой заеду. Ок. Ок. Договорились. Пока. Привет, заходи. Я закрою. Проходи, пожалуйста. Ну, что она сказала? Выгнала меня. Обещала подать на развод. Ну, что так к лучшему. Будем жить вместе. Где? Глупенький, в твоей квартире. Ты же законный муж. А после развода тебе полагается половина квартиры. Правда, конечно, если ты не захочешь требовать, все достанется ей. Тогда где жить будем мы? Это ты написала СМС моей жене? Нет. Какой СМС? Ладно. Завтра поговорим. Чего-то я очень устал. Поможешь? Да, конечно. Что ж такое? Нет, давай я сделаю. И она мне еще говорит о непрофессионализме. Надо же. Помолчала бы лучше. Ты не видишь человеку плохо? Пусть выходной берет. Нина, иди. Спасибо, Надюша. Ты уже принцесса. Нина, что такое? Что с случилось? С мужем развожусь. Ну, не ты первый, не ты последний, слушай. Дело житейское. Ты, главное, не переживай, да? Дик, я тебя прошу. У меня уже ни на что сил не осталось. Разбирайся со своей Яной, меня не трогай, пожалуйста. За вещами пришел? Нин, я это... Извиниться пришел. Ну, знаешь, с кем не бывает. Ну, понимаешь, рутина, приелась, захотелось новых впечатлений, поддался соблазну. Прости меня. Раньше надо было думать. Не, ну нельзя так. У нас же дочь. Ты о дочери вспомнил? О дочери надо было вспоминать, когда новых впечатлений захотелось. Нин, ну с кем не бывает? Ну, я же мужчина. Мужчина бы так не поступил. Зря ты так. Ты еще пожалеешь. Ты что, думаешь, кому-то нужна больше? Баб он вокруг полным-полно. Покрасивее им помоложе будут. Коль, уйди. Я тебя прошу, просто уйди. И квартиру давай разменивать, она и моя тоже. Нет. Мои родители мне подарили эту квартиру. Подаренная квартира не считается совместно нажитой собственностью. Ты на нее претендовать не имеешь права. Я с юристом консультировалась.
А ремонт мне кто делал? Забыла, сколько я в нее вбухал, эту квартиру. Ты вообще... О чем ты думаешь, где я вообще должен жить? Комнату в коммуналке снимать? Ты сам этого хотел. Вот твои вещи. Пожалуйста. Я уйду. И ты от меня просто так не избавишься. Любовнице привет передавай. Я думаю, это она тебя подставила. Соседи наши не в курсе, что мы их затопили. Я с ними разговаривал. Нинка, тебе очень идет. Спасибо. Вот, решила имидж сменить. Как твой бывший муженек поживает? Не знаю. Наверное, живет со своей новой подругой. Меня это мало интересует. В эти 2 месяца, как он ушел, я о многом думаю. Пришла к выводу, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя прощать. Да и вообще, женщина должна рассчитывать на себя и на свои силы. А вот это правильно. Главное, не опускать руки. А жизнь, она, как зебра, после черной полосы всегда наступает белая. Поменяла прическу и решила работу сменить. Только боязно из-за долгов, но совсем я устала. Корнеев проходу не дает, еще-то его подружка Яна. Ой! А куда думаешь пойти? Я хочу открыть свое кафе. Ух ты! Да, я давно об этом мечтала. А теперь решила, что должна это сделать. Сейчас или никогда. Такое маленькое семейное кафе. Меню по нашим рецептам. Мама была бы рада. Она мне снилась сегодня, я о ней часто вспоминаю, особенно в последнее время. Свое кафе – это здорово. А где ты деньги возьмешь? Денег-то нет. Кредит возьму. Иначе никак. Только надо побыстрее брать, пока я работаю. А то потом не дадут. Ну, дело хорошее. Кстати, я вчера разбирала антресоли. Нашла тетрадь с рецептами, которые ты искала. Ой, здорово. Мне там как раз один рецепт был нужен. А что ваше ЭКО? Накопили Свете денег для очередной попытки. Какой он у тебя молодец, а? Хороший мужик. Таких 1 на 1 000 000. Да. Дамы, к вашему столу от мужчины за соседним столиком. Спасибо, но мы не можем это принять. Молодой человек, можно, пожалуйста, счет? Пойдем. Ну что, до встречи. Счастливо. Давай, пока. А можно с вами познакомиться? Это вы. Спасибо за шампанское. Было приятно. Вы же отказались. У меня строгая сестренка. Меня Либерт зовут. Можно просто Олег. А вас как зовут? Нина. Очень приятно. Я боялся вас упустить. Вы мне так понравились, что я забыл про все свои дела. Скажете тоже. Может, сходим завтра в кафе? Познакомимся поближе, шампанского выпьем, пообщаемся. Не знаю, мы же не знакомы совсем, насколько это удобно. Да это вас ни к чему не обязывает. Просто поговорим. Придете? Хорошо. Я приду. Вот мой телефончик. Буду ждать. Макс, поехали.
Залиште голосове повідомлення після сигналу. Кто этот парень? Знакомый. Вы давно общаетесь? Мама, я уже выросла. Не нужно меня опекать. Я хочу сама принимать решения. По молодости можно наделать много глупостей. За них придется расплачиваться. Мама, я устала и хочу спать! Это вам. Эустомы. Мои любимые. Совершенно верно. Эустомы Солсбери. И мои тоже. Надо же, какое совпадение. Спасибо. Может быть, сходим в кафе? Оно тут недалеко, за углом. В кафе? Может быть, в другой раз? Я очень хочу вас угостить. Хорошо. Но только ненадолго. Как скажете. Прошу. Ну что, за знакомство? За знакомство. А давай сразу перейдем на «ты». Хорошо. Ты замужем? Я недавно развелась. Странно для меня. Не пойму, куда мужики смотрят. Такая женщина и одна. Ты ведь тоже один? Такой мужчина и один. Почему? Ну, я был женат. Год назад моя жена попала в аварию. Сделали несколько операций. Я продал свой бизнес, у меня был ресторан, квартиру. Все отдал на лечение, влез в долги. Жену спасти так и не удалось. В моем родном городе все напоминало о ней. Я не выдержал и переехал. Очень тяжело, когда теряешь близкого человека, особенно это, когда это жена. Да, грустная история, прости. В этом городе когда-то жила бабушка. А теперь в ее квартире живет моя сестра Лера. Извини. Нужно ответить. Да, конечно. Да, алло. Слушай. Ага. Товар уже отгрузили? Ну, хорошо. Без происшествий? Если что не так, сразу звони. Окей? Извини, приходится круглосуточно работать. Вообще, я... менеджер по поставке экологически чистых продуктов в магазины. Сотрудничаю с фермерскими хозяйствами. Кстати, слышал краем уха, что ты тоже имеешь отношение к общепиту. Я работаю в ресторане поваром. Всегда мечтал научиться хорошо готовить. Могу научить. Ну, вообще, я мечтаю открыть снова свой ресторан. Я тоже об этом мечтаю. Ну, ты что? А какие сейчас тенденции в ресторанном бизнесе? Что модно? Да, разные тенденции. Тут главное с концепцией определиться, какая будет кухня, меню. Mm-hmm. Ну и все остальное под это уже подбираешь. Мебель, декор, название. А тебе какая кухня нравится? Европейская. Классика всегда в моде, но я хочу совместить старинную кухню и современную. Так еще никто не делал. Знаешь, мне кажется, что я встретил женщину, о которой всегда мечтал. К чему ты так считаешь? Не знаю, интуиция. Я понимаю, сейчас пока рано об этом говорить. Может быть, десерт? Нет, спасибо. Извини, я клатч забыл. Да, конечно. Сумка! Да вы что? У меня сумку украли. Кто? Где? Куда? Ребят задержали. Вот это да. Алик, я не знаю, что бы я без тебя делала. Там же деньги, документы, там ключи от квартиры. Да перестань. Я не мог поступить иначе. Фух, спасибо. Да не за что.
Пойдем? Нин, а что это ты такая загадочная? Познакомилась с кем? Да. С кем? А ты его знаешь. Помнишь, нам мужчина в кафе шампанское прислал? А он ничего. Но все равно будь осторожней. Вокруг очень много проходимцев. Да ну не похож он на проходимца. Он меня в ресторан пригласил. Цветы мне подарил, и Устома моя любимая. Ухаживает очень красиво. Я даже и не знала, что так бывает. Смогу ли я ему поверить после Кольки, не знаю. Как понять этих мужиков? И правда, кто знает, что ему от тебя нужно? Вид у него приличный. Может, ему просто понравилось как женщина. Разве такое не может быть? Взять с тебя нечего. Ну, были бы у тебя миллионы, тогда да, так. И потом, не все мужики такие козлы, как твой муженек. Встречайся с этим мужчиной, и потом посмотришь. В любом случае, ты ничего не теряешь. Валюш, у меня с ним сегодня вечером свидание. Я побегу? Беги. Пока. Так и будешь на диване лежать? Или поможешь мне сумки разгрузить? Угу. Знаешь что? А я тут встретила твой бывший. Такая вся расфуфыренная. Ее мужик какой-то на хорошей машине подвозил. С цветами. Вижу, она неплохо устроилась. Ты камень мой огород? Я понимаю, как хочешь. Мы когда с тобой встречались, ты мне что, золотые горы обещал? А теперь ни гор, ни обещаний. Лежишь на диване. И вообще, какого черта я должна тебя обслуживать? Слушай, не обслуживай. Я сам себя могу обслужить. Знаешь что? Так, что за шум? Что у вас происходит? Не ваше дело. Это как со мной разговариваешь, мелочка. Как хочу, так и разговаривай. Ах так? Тогда с какой стати в моей квартире живет этот мужчина? Ты его зачем сюда поселила? Мы так не договаривались. Юля, успокойся уже, а? Нина Ивановна, вы тоже так не переживаете? А я не переживаю. Мне просто грязь за ней надоело убирать каждый день на кухне. Каждый день гора немытой посуды в раковине. А кухня вообще, между прочим. Знаете что, съезжайте. Я себе других жильцов найду. Что? Давайте я вам заплачу. Да не нужны мне деньги никакие. Тараканы уже завелись. Сроку вам до конца недели. Иначе полицию вызову. Ну что, девочки, дела идут очень даже неплохо. 10 банкетов за месяц. С меня премии. Там у нас клиент требует. Ну что случилось? Блюдом недоволен. Кто готовил? Я. Ну идем. Добрый день. Что случилось? Что у вас за повар? Рис хрустит, на зубах недоварен, мясо как подметка, да к тому же недосоленное. Это ж надо постараться, чтобы так приготовить. Мы решим вашу проблему. Ты уволена. Да пошел ты. Простите, готов предложить вам замену блюда и повара. Хорошо. Нет, сделаешь доброе дело, надо уважить клиента. Я тебе Янкину премию отдам и еще бонус. 3 дня отгул возьмешь. Отдохнешь. Зайчик, ну ты чего? Папа меня не забивает. Ну, сейчас он придет.
Обязательно придет. Ну? Ой, папа опаздывает, мы расстроились. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Иванович. А вас как зовут? Вика. Вика? А почему Вика грустная? Папа не забирает. Моя птичка. Папа сейчас придет, нужно только немножко подождать. А хочешь, я в следующий раз приду, мы с тобой поиграем? Да? По рукам? Вот так. Ее отец сам воспитывает. Мать их бросила, уехала за границу. Прости, пожалуйста, я задержалась. Ну, наконец-то. Спасибо. Нин, тебе бы отдохнуть недельку. Расслабиться. Я люблю отдыхать у воды. Вода успокаивает. Если у тебя когда-нибудь возникнут какие-нибудь проблемы, ты говори, я все решу. Чаем угостишь? Чаем. Угощу. Заодно с дочкой познакомишься. Привет. Привет. Анечка, познакомься. Это Алик, Альберт. Аня. Очень приятно. Мам, мне уйти нужно? Куда уйти? На ночь глядя. Да меня Максим на дачу позвал. Аня? Ну что, Аня? Всегда Аня, но я уже не маленькая, мам. Ну пусть идет. Взрослая ведь уже. Своя голова на плечах есть. Ну ты же не будешь ее контролировать всю жизнь. Буду утром. Мам, там Лена будет, ты знаешь ее. Все будет хорошо. Хорошо. Всем пока. Пока. Вот стрекоза. Ну, наконец-то мы одни. Я мечтал об этом 100 минут, как только тебя увидел. Паспорт. Где мой паспорт? Повідомлення після сигналу.
Да, лихо ты у нее сумочку выхватила из рук. Уроки по сценическому движению не прошли для тебя даром. Не зря мастер в театральном на тебя глаз тогда положил. Долго будешь с этой бабой возиться? Не знаю. Зависит от обстоятельств. Сколько? Лер, ее бросил муж. Она сейчас на распутье. И процент того, что можно раскрутить ее на большое бабло, очень высок. Кофе сделаешь? Тебе задание. Сними квартиру и офис в бизнес-центре. Вот ее паспорт. А мне пора идти. Работа не ждет. Денег не забудь оставить. Хозяйка тоже ждать не хочет. Забыл, что за аренду квартиры пора платить? Не забыл. Я честный человек. Заплачу, когда я заработаю. Привет, Анечка. Вернулась? Угу. Как на даче? Понравилось тебе? Очень. Очень понравилось, мамуль. Так круто было. Мы до самого утра веселились. Скажи, пожалуйста, ты не видела мой паспорт? Нет. Может, твой новый друг прихватил? Кстати, где он? Завтракать будешь? Нет, мамуль, не буду. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Слушаю вас. Что случилось? У меня пропал паспорт. Ну, давайте поконкретнее. При каких обстоятельствах, когда, где? Я не уверена. Может быть, сама потеряла, но... Если его украли, я бы не хотела, чтобы на него кредитов набрали. Можно я напишу заявление? Да, конечно. Пишите. Угу. Вы кого-то подозреваете? Да. Я познакомилась с мужчиной. Алик. Альберт. И вчера вечером он был у меня в гостях. Где живет, знаете? Нет. Может, паспорт его видели? Нет. Я утром проснулась, ни его, ни паспорта. Но я не уверена, что он украл. Ну что же вы так... Неосмотрительно. Кто знает, что за человек мог ведь ограбить, убить. Случаев сколько угодно. Я знаю, что я поступила глупо. Он просил подождать. Сам вас вызовет. Привет, есть разговор. Не по телефону, через час буду в кафе на Зеленом. Пришел сообщить мне приятную новость? Весьма приятную. Тебя уж две бабы ищут. У последней даже паспорт прихватил. Привычка. Будешь мне должен за то, что я тебя покрываю. Я долги всегда отдаю. Похвально. Вам номер на двоих? Да. Вот ваши паспорта. Поднимайтесь на второй этаж. И вот ключи. Нин. Где мой паспорт? Это ты его взял? Да. Нин, я хотел сделать сюрприз. Честно говоря, я купил на путевке на море. Я никуда не поеду. Верни мне мой паспорт. Нин, подожди. Ну, прости. Я просто хотел сделать тебе сюрприз. Угу. Ну что? А покажи мне свои документы.
Что ты хочешь там увидеть? Штамп? Почему ты мне ничего не сказал? Ну вот что я должна была подумать, когда исчез мой паспорт? Нин, прости, я хотел сделать тебе приятное, но получилось, как получилось. Где ты был столько дней? В деревню ездил. На похороны. Друг погиб, армейский. Спасал тонущего ребенка, а сам утонул. И они не хоронили его всей деревне и ждали, пока я приеду. Кошмар какой. Почему ты мне не позвонил? Ну, мог же мне позвонить. Да как позвонить, если у меня телефон украли? А там в деревне, ну какие там телефоны? Там в туалет ходят на улицу. Да дровами топят дома. А ты что подумала? Что я был с другой женщиной? Я ж тебя люблю, дуреха. Идем ко мне. Пошли. А? А, какая вкуснотища. Нравится? Где ты так научилась готовить? Нет, ты как богиня. Хотя ты есть богиня. Моя богиня. Знаешь, Нина, у меня такое ощущение, что мы знакомы уже 100 лет. И мы специально встретились, чтобы быть вместе. Это судьба. Вообще, я очень плохо нахожу общий язык с людьми. У меня много знакомых, а друзей практически нет. У меня тоже нет подруг. Мама была подругой, но мама умерла, осталась только сестра. Как-то раньше все было понятно. Дом, семья, дочь. А потом рухнуло все. И осталась я одна. Ты не одна. У тебя теперь есть я. Нин, мы сейчас поужинаем, и мне нужно будет уйти. Мне очень не хочется выходить. Ну, дела. Жаль. А где твои родители? На даче, в Доминикане. Классно. У меня друзья-диджеи. Устраивают тусу к выходным. Пойдешь со мной? А что там будет? Рейв-вечеринка. А что это такое? Увидишь? Не знаю. Мама, она... Мама. Родительская любовь – это оковы, от которых нужно избавляться. Пора начинать жить самостоятельной жизнью. Нет, Макс, прости, у меня не получится пойти с тобой на вечеринку. No problem. Как хочешь, мое дело спросить. Привет, мам, что не спишь? Аня, с кем ты связалась? Кто этот парень? А что? Чует мое сердце, он тебя до добра не доведет. Мам, почему тебе так Максим не нравится? А почему он к нам не приходит? Встретились бы, поговорили, познакомились. Анечка, ты очень изменилась. Посмотри, во что ты одета. Ты очень вульгарно накрашена. Ты раньше была другой. Перестань. Не хочу ничего слушать. Я тебя очень прошу, Аня. Не надо с ним встречаться. Пожалуйста. Или мне самой его найти и попросить, чтобы он от тебя отстал. Не смей этого делать. Нечего меня позорить. И опекать меня не нужно. Я уже не маленькая. Ты свою жизнь не смогла устроить? Недаром от тебя отец ушел. Не надо меня учить тому, чего сама не знаешь. Аня. Алло, Макс? Я пойду с тобой на рейв. А мы долго будем по отелям? Ты же знаешь, я ищу квартиру. И когда она будет? Когда найду, тогда и будет. Давай ты не будешь меня доставать. Коленька, я вообще не понимаю, почему ты должен искать квартиру, когда ты имеешь право претендовать на свою? А в это время твоя бывшая в тех хоромах ошивается одна. Вообще, мне надоело все время на чемоданах. Слушай, не лезь, давай я сам разберусь, а?
Пошли. Куда? Пошли, пошли. Что вы здесь делаете? Вы номером квартиры не ошиблись? Не ошиблись. Это уже наглость. Докатился, любовницу домой приводишь. Уходите. Никуда мы не уйдем. Это общая квартира. Мы с Юлечкой будем здесь жить, пока ты ее не разменяешь. Дочери, постесняйся, пошли вон! По счетам, либо размер. Я все компенсирую, не волнуйся. И не волнуйся. Пойдем. Мама, мам, ты не проспишь? Будильник давно звонил. Кошмар. Я на работу опоздала. Спасибо, Аня. Я всю ночь не спала. А Нина где? У нее вроде закончились отгулы. Ну, может, случилось что? Извини, проспала. У тебя рабочий день когда начинается? В 8. Ты распоздаешь, решу примерно. Хорошо. Да что такое? Я слушаю. Мама Ани Полетаевой? Да, это я. Вас беспокоит из колледжа, где учится ваша дочь. Она перестала ходить на занятия, у нее стоит недопуск к экзаменам. А это означает, что она кандидат на отчисление. Аня мне ничего не говорила. Вот, ставлю вас в известность, чтобы это не было сюрпризом для вас. Спасибо. Что случилось? Да, дочка, связалась с каким-то мальчиком, и вот результат. Собираются отчислить из колледжа. Угу. Слушай, а если твой бывший? Ну, поговорит с ней как отец. Может, поможет? Да он никогда в жизни воспитанием дочери не занимался. Угу. Легок на помине. Да. Слушай, ты когда мне деньги за ремонт вернешь, а? Мне нечем платить за съемную квартиру. Скажи, пожалуйста, а ты прежде не хочешь узнать, как живет твоя дочь? Или тебе совсем любовь разум затмила? У Ани проблемы в колледже, ее выгонять собираются. Слушай, ну что Аня, а? Аня уже взрослая. Пусть сама разбирается со своими проблемами. Мне бы кто помог с моими разобраться. Ну, разбирайся. Может, что поймешь когда-нибудь. А ты говоришь. Когда мы уже уедем? Пока у меня на крючке золотая рыбка, я не могу уехать. Вот закончим с этим делом, тогда заляжем на дно. Не боишься, что заподозрят что-то? Нет. Я слишком хорошо знаю психологию таких женщин. Зачем ты тогда исчез? Послала бы тебя куда подальше и все? Не послала бы. Но смотри, сначала любовь. Потом исчезаешь на несколько дней, чтобы посильнее на крючок ее подсадить. Она начинает злиться, плохо о тебе думать. Вот потом ты внезапно появляешься, и она понимает, что это все было ради нее. Ей становится стыдно за свои мысли, и она начинает тебе доверять еще больше. А может, это все-таки она тебя на крючок поймала? Почему ты так решил? Ну, а почему ты так прихорошился перед ней? Брикет новый купил. Лера, это все для дела. Если я буду выглядеть как бомж, кто вообще со мной будет заводить отношения? Ладно. Что дальше делаем? Не торопи события. Скажу, когда время придет. Поклянись, что это дело последнее.
откровенность. Мне пора. Проходи. Привет. Ну, я на самом деле на секунду забежал. Еду на вокзал сестру встречать. Она к родителям ездила, навещала. Они старенькие уже. Вот. Тысячу раз пытался их перевезти сюда, но они ни в какую. Слушай, Нина, так люблю свою сестру. Она тебе обязательно понравится. Ты чего такая грустная-то? Да я из-за дочки переживаю. Да перестань, ты чего, все будет хорошо. Ладно, я побежал. Пока. Пока. Сегодня у доктора была. Я беременна. Как беременна? Мы же договаривались. В мои планы не входило иметь детей. Какие дети? Нам даже жить негде. А ты вспомни, где живет твоя бывшая. Про долги ей вспомни. Коля, вообще, как мужчина, ты должен для меня что-нибудь делать. Что ты имеешь в виду? Господи, да то я имею в виду. Моей подруге любовник на день рождения машину подарил. Я не имею такой возможности. Вид. Красота. Это твоя квартира? Да. Купил. Это ж сколько денег надо, а? Я ипотечный кредит взял. А остался последний взнос. Тебе здесь нравится? Здесь потрясающе. Так переезжай ко мне. Будем вместе жить. Я не могу. Из-за Ани ты... Ты я еще не готова. Ну ладно, потом поговорим. А у меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Закрой глаза. Вытяни руку. Выходи за меня замуж. Сразу? Ну, а чего тянуть? Мы ж не дети мало, чтобы год за ручку ходить. Выходи. Держи. За нас, любимая. Ну, мы теперь с тобой помолвлены. Мы почти муж и жена. Викуля, привет! А почему ты долго не приходила? Прости, моя хорошая. Дела были, но зато я с подарками. Смотри, это тебе, и вот это тебе. Выбирай. Вкусно? Викуля, опять ты здесь? Привет. Я ждала тетю Нину. Сейчас ее к нянечке отведу. Забери, пожалуйста. Спасибо. Пока. Пока. Пойдем. Папа скоро за тобой придет. Он мне предложение сделал. Серьезно? Да, мы помолвлены. Нин, ты хорошо подумала?
знаешь что? Приходите с Аликом к нам в гости. Поближе познакомимся, да и Витя сможет с ним по-мужски поговорить. Алик и сам просил его с вами познакомить. Ну вот, а это уже хороший знак. Привет. Привет. Здрасте. Это вам. Спасибо огромное. Проходите, стол уже накрыт. Ну и как вам наш город? Мне очень нравится. Раньше в этом городе жила моя бабушка, ну а теперь я решил обосноваться. Купил недавно квартиру, ну и самое главное, конечно, встретил здесь Нину. Я вижу, при входе у вас там рыболовные снасти. Вы рыбак? Я просто тоже очень люблю рыбачить, но сейчас, к сожалению, времени нет. Но при случае могли бы вместе как-нибудь порыбачить. Ну а что? Давай на следующих выходных. У нас тут озеро недалеко, там клев хороший. 2 недели назад такого карпа поймал. Да ладно, не верю. Валь, принеси фотографии, планшет, чтобы не быть голословным. Серьезно? Я слышал, вы решили пожениться? Да, это правда. Давайте за вас выпьем. Вот. О, смотри. Ого! Никогда бы не поверил. Давайте за ваше счастье. Пригласительные. Все свои, все вам. Девчонки, привет. Привет. А, пошли. Танцевать хочешь? Пошли! Ну что ж, теперь будем дружить домами. Спасибо за гостеприимство, было очень приятно познакомиться. И нам. Приходите еще в гости. Ну, конечно, придем. Правда, нет? Обязательно. До свидания. До свидания. Мужик. Серьезный, не болтун, одет прилично. Все при нем. А букет какой подарил. Угу. Ну, посмотришь вокруг. Взгляду не на ком отдохнуть. Как-то не на ком отдохнуть. А я? Ты исключение. Вот каким должен быть настоящий мужчина. Нина заслужила принца. Ты видел, как она счастлива? Сильно идеальный этот Алик. Ну, такое тоже бывает. Ну, паспорт его проверить не помешает. Хотя сейчас не только паспорт. Все подделывает. Ну, ты опять за свое. А если он уже женат? Нина проверяла паспорт. Он чист, штампа нет. Не переживай. Сумку покажите.
Что там у вас? Не знаю. Твое? Нет, это не мое. Все вы так говорите? Забирай ее. Девушка, сумочку к осмотру. Потанцуем? Ты невероятная. Честно, я даже не мечтала такой, как ты. Да, я слышу. Здравствуйте. Мне нужна Полетаева Нина. Это я. Кто говорит? Это из полиции звонят. Оперуполномоченный Поликарпов. Из полиции. Ваша дочь в отделении. Задержана на 15 суток. Что? Аню задержали. Ты. Алло. Это муж Нины Петровны. Где сейчас находится ее дочь? Нижняя Слобода, 20. 10-е отделение. Спасибо. Поехали. Быстро. Постараюсь помочь. Столица Никарагуа, 7 букв. Манагуа. Добрый день. Не могли бы уделить нам минуточку? Я перезвоню. Слушаю вас. У нас тут небольшая неприятность. Здравствуйте. Мне звонили, у вас моя дочь. Фамилия? Полетаева Аня. Как говорите, фамилия? Полетаева. Есть такая. Задержана 15 суток. За что? За что? Значит, есть за что. Наркотики у нее нашли. Это не может быть. Ей наверняка подложили. Этого я не знаю. Ничего сказать вам не могу. Я требую немедленно отпустить мою дочь. Она хорошая девочка. Как это вообще могло случиться? Следователь разберется. Простите, а могу я поговорить со следователем? Проходите на второй этаж. Благодарю. Пойдем. Нин, подожди меня здесь, пожалуйста, ладно? Я сейчас поговорю и быстро вернусь. Ну, привет. Привет. Какими судьбами в такую рань? Да тут неувязочка одна получилась. Помоги, а? Что случилось? Да, девчонка с наркотой попалась. А, знаю, в курсе уже, в клубе взяли. Ну, помочь, конечно, можем, но ты же знаешь, у меня бесплатных услуг не бывает. $1000, а она свободна. Ну, ей еще повезло, что ее на 15 суток взяли, а не привлекли за сбыт. Так получила бы срок. Ну, хорошо. Запишите на мой счет, я дам. Там сейчас за девчонкой придут, отпустите. Пройдемте за мной. Все, не бойся, все хорошо. Сейчас отведу тебя к маме. Спасибо вам. Вы спасли меня. Да не за что. Я не мог поступить иначе. Как я могу не помочь дочери своей любимой женщины? Мы ведь почти родные. Пойдем. Спасибо, Алик. Да не за что. Пошли, отвезу вас домой. Идем. Идем, мой хороший. Голодная. Держи сгущенку. Спасибо. Я больше не буду общаться с Максом.
Это он подложил наркотики в мою сумку и подставил меня. Ты уверен? Да. Пакетик, который полицейские нашли в моей сумке, я до этого видела Макса в руках. А потом он оказался в моей сумке. Да, больше некому. И главное, полицейские его даже не забрали. Лена сказала, что у него отец какая-то шишка. А, ну конечно. Если шишка, то он позвонил в полицию и его отпустили. На тебя ему было наплевать просто. Видишь, как в жизни бывает. А я тебе говорила, дочка. Мам, прости меня. Я больше так не буду. И с учебой разберусь, обещаю. И долги все сдам. Хорошо. Ты только не переживай, хорошо? Ну. Отдыхай. Натерпелась. Иди ложись, пожалуйста. Чаю будешь? Да, не откажусь. Видишь, какой товарищ попался. Познакомилась с ним неизвестно где. Да что говорить. Подлец. Да вообще со знакомствами нужно быть очень осторожным. Я пойду погляжу, заснула ли она. Угу. Да, конечно. Уснула. А ты молодец. Ты так смело разговаривал с полицейскими. В тебе столько решимости. Тебе тоже отдохнуть надо. Иди, поспи. Угу. А я пойду. Ну вот и я. Ты с ней спишь? Нет. Гуляю. Лер, ты че ревнуешь, что ли? Нет. Просто хочу знать. Ты с ней столько времени проводишь. Вдруг надумал жениться? Ну, потерпи. Еще чуть-чуть осталось. По-моему, ты путаешь. Личную жизнь и бизнес. Не валяй, дурака. Лучше скажи, ты нашла помещение под кафе? Нашла. Ну? Что за помещение? Кафе. Хозяин хочет его закрывать. И во сколько ей туда прийти? В два. Завтра я предложу ей переехать ко мне. Смотри, все уже готово, да? Да, почти все закончили. Нина, а что сегодня вечером делаешь? Вечером я занята, и ты обещал меня отпустить, как только я все сделаю. Ну, иди. Красиво получилось. Очень. Я
уже освободилась, скоро буду. Давай. Жду тебя, моя хорошая. Целую. Я тут подумал, что нужно что-то делать. Ну, сколько можно пахать на чужого дяди? Нужно открывать свой ресторан. Ты там будешь полноценной хозяйкой, а я буду тебе помогать. Я уже много раз об этом думала. Ну, а чего время тянуть-то? Как только откроешь ресторан, сразу поженимся. Будет семейный бизнес. Ну, если, не дай бог, ты разведемся, то бизнес останется за тобой. Будешь полноценной хозяйкой. Я специально хочу это сделать до свадьбы. Да не бойся. Я не боюсь, мне очень нравится твой подход. Ты помещение смотрела сегодня? Да. Ну, что нашла? Все очень дорого. Ты понимаешь? Дешевле будет, если платить сразу за несколько месяцев. Да, там будет скидка большая. Смотри, есть хорошее помещение, но мне место расположения не нравится. Нужно бойкое место. Чтобы проходимость была, иначе никто не придет. Ну да. Ну в чем проблема? Можем посмотреть еще. Посмотрим. Угу. Сейчас. Ну вот неплохой вариант. Что скажешь? Да, хороший. И цена ниже, чем остальные. И место очень хорошее в центре города. Угу. На что, позвоним? Угу. Алло. Агентство недвижимости «Куликов и партнер». Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Хотелось бы узнать про помещение на улице Лесная. Когда можно подъехать? Завтра в 14.00. Вам удобно будет? Да, 14. Отлично. Скажите, пожалуйста, точный адрес. Лесная, дом 20. Ждем вас. Спасибо. Ну что, пойдешь, посмотришь? Я думаю, что тут без кредита, конечно, не обойтись. Это 25-26 долларов, наверное. 25 тысяч? Угу. Олег, я, наверное, откажусь. Я не потяну такие деньги. Да что, перестань. Мы быстро отдадим этот кредит. Ресторанный бизнес – это очень прибыльное дело. У меня был свой ресторан. Я знаю об этом бизнесе все вдоль и поперек. Тем более за продукты буду я отвечать. Я договорюсь с поставщиками, нам будет все за копейки. Вот, смотри, тут все расчеты. Я подумаю, хорошо? Я с сестрой посоветуюсь, ладно? Да, конечно. Ты чего? Садись. Доброе утро, дорогая. Доброе. Проходи, будем завтракать. Держи. Ты не забыла, у тебя сегодня встреча с риэлтором? Да, я пойду, конечно. Макияж поярче сделаю, нужно выглядеть эффектно. Это правильно. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Благодарю. Ну как вам, что скажете? Хорошее помещение. Интерьер красивый. Почему кафе закрывают? Нерентабельно, хозяин решил его продать. А почему нерентабельно? Я думаю, это вопрос организации кафе. Плюс кухня подкачала.
Очень мне нравится помещение. Но есть один нюанс. Оплата на год вперед, такое условие. Поскольку место ходовое, хозяин долго ждать не будет, у него его с руками оторвут. А как скоро они освободят помещение? Буквально через неделю хозяин вывезет всю мебель и оборудование. Быстро. Спасибо, до свидания. До свидания. Валя, я нашла помещение под кафе. Но нужна твоя помощь. Приезжай, пожалуйста. Лесная, 20. Угу, жду. Слушай, ну место просто мечта. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Мне тоже очень-очень нравится. Значит, нужно брать. Но мясо совсем не прожарено. Я прошу прощения, можно? Послушаю. Извините, но это совсем нельзя есть. Вам не нравится блюдо? Примите мои извинения, сейчас все уладим. Спасибо. Нет. А, ну так я теперь понимаю, почему ресторан закрывается. Старая знакомая здесь работает. Валь, мне за аренду кафе нужно заплатить 6 000 долларов. Одолжишь? Конечно, одолжу. Мы как раз с Витей накопили на ЭКО. Ждем очереди. Обещают через месяц. Вот на месяц могу одолжить. Угу. Только чтобы Витя не знал, хорошо? И, Ниночка, у меня всего 4 000. Спасибо тебе большое. А где остальную сумму будешь брать? Ну, я на Аню откладывала. Возьму пока оттуда. Нин, а почему Альберт не вкладывается? Ну, это же мое кафе. Так правильно. Ну, в общем, ты права. Я в этом месяце беру кредит, я сразу тебе верну, хорошо? Хорошо. Ой, извини. Ой-ой-ой-ой-ой. Алло? Милая, только не волнуйся. Мне нужно срочно уехать в командировку. А что случилось? Поставку сорвали. Теперь нужно ехать в Заозерск искать нового поставщика. А когда ты вернешься? Как только, так сразу. Целую, любимая. И я тебе. Привет. Привет. Не ждали? Проходи. Вот закончим это дело. Поведу тебя в ЗАГС. Поставлю штамп в паспорт. В который? А, это уже второй вопрос. Самое главное, завяжем с такой жизнью. Остепенимся. Купим домик. Заведем детей. Еще немного. Еще чуть-чуть. Но расслабляться нельзя. Сколько ты собираешься с нее поиметь? Не знаю, не считал. Да и вообще плохая примета считать деньги, которых еще нет. Ну, а как ты ее обманешь? Она же не дура все-таки. Ну, схему я менять не буду. Схема у меня хорошо отработана на таких, как она. А почему именно она? Почему? Одинокая баба. Хочет простого семейного счастья. С низкой самооценкой, благодаря ее мужу. Кроме него никого я не видел. Ну, а ты? А что я? Я не в счет. Это же работа. Лер. Что? Продолжай. Бросил муж. Как огня боится одиночества. Но это не главное. А что было? Главное, что она влюбилась в меня. И потеряла способность анализировать ситуацию.
Привет. Привет, Аня. Как дела? Сегодня был экзамен по технологии изготовления десертов. Ну? Сдала. В понедельник последний экзамен и сессия закрыта. Молодчина. Ты уж давай, наверстывай упущенное. Мам, ну я знаю. Чай будешь? Нет, лучше водички. Ты знаешь, зачем я пришла? Зачем? На Зеленой улице открывается французский ресторан. Ты, может, попробуй устроиться туда на работу? Там шеф француз. Правда? Да. Обязательно надо сходить. Мамуль, попробуй печенье, я сама испекла. Это твое? Да. Красиво. Угу. Молодец. Не сухое. Отлично. Так вот, ты сходи. Договорись о личной встрече с шеф-поваром. Разговор с глазу на глаз, он всегда лучше. Может быть, получится у тебя постажироваться. А с Францией придется подождать. Прости, дочь, но с деньгами у меня сейчас напряженная ситуация. Мама, я знаю. Но во Францию я все равно поеду. Хочу посмотреть, как готовят настоящие французские десерты. Обязательно посмотришь. Съездишь обязательно. А мне еще сегодня к Валентине надо будет заскочить. Передавай привет. Угу. Так. Вот угощайся. Только сварила. Нин, держи. Заранее приготовила, пока Витя не пришел с работы. Только, пожалуйста, спрячь, чтоб, не дай бог, не увидел. Спасибо большое. Привет. Что это вы такие испуганные? Ничего, тебе показалось. Что-то скрываете? Нина зашла посоветоваться насчет консультанта. Да-да, я именно по этому поводу. Решилась открывать кафе? Ну, нужно же что-то делать. Ну, я найду консультанта. Это правильно, показать все расчеты профессионалу, чтобы потом чего не вышло. Я с тобой пойду. Это мой хороший знакомый. Ему можно доверять. Благодарю. Пока не за что. Так, концепция ресторана, целевая аудитория. На какое количество мест рассчитываете? Человек на 30. Так, наличие помещения? Уже нашла. Отлично. Вижу, выручка по месяцам, период окупаемости проекта. Здесь написано 3 месяца, но этого маловато. Как правило, от 5. А неужели это так важно? 3 месяца или 5? Нет, нет, здесь все важно. И выбор места для кафе, и даже выбор кухни. Место я уже нашла очень хорошее рядом с бизнес-центром. И с кухней у меня все продумано. У меня очень много рецептов. Но много рецептов – это хорошо. Главное, чтобы они были востребованы посетителями. Вот в чем вопрос. Ты хорошо проверил бизнес-план? Здесь все в порядке. Расчеты верны. Главное – найти надежных поставщиков. Это важный момент. Ну, этим будет Алекс заниматься. И запустить рекламную кампанию. Думаю, в нашем городе отлично подошла бы европейская кухня. Вот я это и хочу сделать. Только совместить нужно старинную и современную кухню. Да, давай, детям. Добрый день, присаживайтесь, пожалуйста. Подготовила для вас договор аренды, ознакомьтесь. Да, все верно. Угу. Тогда ваша подпись здесь. Угу. Угу. И вот здесь. Это экземплярчик ваш, давайте произведем расчет. Угу. Вот здесь вся сумма. Угу. Спасибо. Желаю удачи и процветания вашему кафе. Это все? Все. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
Класс. Нужно это отпраздновать. Нет, рано еще праздновать. Нужно довести дело до конца. Как круто ты ее разыграла, как по нотам. Лучше б я на сцене театра играла. До сих пор мечтаю сыграть Заречную. Знаешь, как это называется? Несбыточная любовь к искусству. А между прочим, все из-за тебя. Забыл, как спалился на украденной шубе у однокурсницы? Чтоб не было скандала, тебя выгнали. А я с тобой пошла. Не жалеешь теперь? Нет. В жизни играть гораздо интереснее, чем на сцене. Ошибаться нельзя. Да и потом, приход другой. Что артисты в театре, они все нищие. А у нас с тобой всегда будут деньги. Это я тебе обещаю. Какой дальнейший план действий? Нужно же овцу до конца раскрутить. Об этом я тебе скажу завтра. Вот. Что это? Заявление, увольняюсь. Нет, я не приму. Не, ну ты что? Где я повара найду в разгар сезона? Нет, я не согласен. Но я все равно уволюсь. Отработаю 2 недели и уйду. Так категорично, да? Да. Новую работу нашла? Свое кафе открываю. Кафе? Конкурентами будем? А деньги где возьмешь? Кредит. Кредит. Нет. А, у меня к тебе встречное предложение. Давай садимся. Будем жить вместе. Станешь управляющей рестораном. Прямо сейчас. Я тебе полную свободу дам. Будешь делать все, что захочешь. Зайдик, мы слишком разные люди. А дело-то будет общее. Не может быть между нами ничего общего. Ты вообще понимаешь, куда ты лезешь? Ну, ты в трубу влетишь через месяц. Посмотрим. О, вот она. Книга о вкусной и здоровой пище. Держи. Спасибо. В этой книге можно много хороших рецептов найти. Я знаю. Ай. Я дома посмотрю, ладно? Да. Нин, ты помнишь, как мама готовила курник с курицей и грибами? Какой он был вкусный. Ну, мама много чего вкусного готовила. К сожалению, сейчас в моде совсем другая кухня. Ну, а зачем гнаться за модой? Я сделаю разнообразное меню, чтобы всем угодить. Это же будет семейное кафе. О, Витя пришел. Ну что? Как продвигается подготовка? Увольняюсь. Ну подожди еще, пока кафе не откроешь. Мало ли что. Ну я уже заявление написала. Да и как совмещать, Вить? Это невозможно. Вить, ну ты как всегда пессимистично настроен. Это бизнес, а у него свои законы. Нужно обеспечить доходность кафе, иначе в этом нет никакого смысла. Сможешь ты организовать дело так, чтобы клиенты к тебе приходили снова и снова, да еще и приводили с собой новых клиентов? Но она же не одна. У нее есть Алик, он поможет. Хорошо с вами, ребята, но мне пора. Я сегодня в гости иду к сестре Алика. Он хочет меня с ней познакомить. Спасибо. Пока, Витя. Пока. Не нравится мне эта затея. Нина хороший повар, но бизнесом она никогда не занималась. Это разные вещи, понимаешь? Понимаю. Но есть же Алика, у него был свой ресторан. Насколько она его знает? Без году неделю? А уже так ему доверяет. Давай, мой руки, будем обедать. За знакомство? За знакомство. За знакомство. Ниночка, ты не стесняйся, чувствую себя как дома. А вы похожи. Ты младшая сестра, да? Угу. Платьечко у тебя такое симпатичное. Где купила, признавайся. Да ему 100 лет уже. Правда? Да. Выглядит очень хорошо. Да и вообще-то очень красивая. У братца моего отменный вкус. Ничего не скажешь. Ир, может быть, хватит выгонять Нину в краску? Смешная у меня сестренка, правда? Да.
Очень ее люблю. Что, даже больше Нины? Иногда да. А как вы познакомились? В кафе. Случайно. Может, хватит со своими расспросами? На самом деле, я очень рада, что Олег встретил такую хорошую женщину. У тебя на лице написано: ты хороший человек. Олегу не так повезло в жизни. Ты, наверное, знаешь, у него жена умерла. Яр, опять ты о грустном. Нина такая замечательная. Так я это и пытаюсь сказать. Будем дружить? Конечно. Ниночка, попробуй клубничку. Очень вкусная. Спасибо, я не голодна. Нина работает в ресторане. Да. Так что ее жизнь связана с едой. А в каком? На Фестивальной улице, недалеко от набережной. Я знаю, где это. Нужно будет как-то туда сходить. А давайте все вместе соберемся в нашем кафе. Ну, как только откроется. Да, Алик? Ну, конечно. За кафе. За кафе. А завтра мы пойдем с тобой в ресторан. Никогда так часто не ходила в рестораны, как посетитель. Хочу тебе сделать сюрприз. Какой? Об этом ты узнаешь завтра. Только не забудь с собой взять паспорт. Паспорт? У тебя все сюрпризы связаны с паспортом. Ну, жизнь такая. Котлетки с телятиной разогреть? Нет, мамуль, давай что-нибудь полегче. Десертик какой-нибудь. Десертик полегче? Панакотту будешь? А я на собеседовании была во французском кафе. Шефом говорила. По-моему, я им понравилась. Есть надежда, что меня возьмут. Спасибо. Я, честно говоря, не сомневалась. Ты талантливая девочка. Может быть, когда-нибудь и у меня будет свое кафе-кондитерское. Обязательно будет. Ты мечтай. Мечты, они сбываются. Алло. Ну где ты, милая? Спасибо. Знаешь, куда мы сейчас пойдем? Нет. Угадай. Ну, я не знаю, скажи. Пошли. Подожди, я правильно тебя понимаю? Вот это сюрприз. Так, вот вам бланк. Заявление заполняйте. Ну-ка. Паспорта с собой? Да, да, конечно. Конечно. Как будущий глава семьи, заполнять буду я. Хорошо. Так. Куликов Альберт Николаевич. Полетаева Нина... Петровна. Петровна. Полных лет? 41. Так, хорошо. А какого числа вы хотели бы зарегистрироваться? Скажите, пожалуйста, календарик есть у вас? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Вот смотри, когда лучше. А, ну, я думаю, после того, как ты откроешь кафе. Месяца через полтора. Ну да. 15 августа. Угу. Расписывайся. Хорошо. Ждем тогда вас в назначенную дату с паспортами. Спасибо. Спасибо. Ну, а сейчас пойдем в ресторан. Нужно отметить такое событие. Дорогая, сегодня твой день. Заказывай все, что захочешь. Все для тебя, любимая. Я хочу жаркое из телятины, пожалуйста. Интересно, как они его здесь готовят. Ну, а мне тогда свиную отбивную. Хорошо. Выпьем. За наше счастье.
Ну, а теперь ты должна заняться свадебными хлопотами. Выбрать тебе платье. Самое красивое. Ты должна в этот день быть как королева. Ведь этот день самый важный. Мы будем вспоминать о нем всю свою жизнь. Я когда первый раз замуж выходила, у меня не было свадебного платья, так пришлось расписываться в обычном. Несправедливо. Ну, у нас не было денег. Понимаю. Спасибо. Благодарю. Неплохое у них жаркое, но я бы добавила специй. Нужно будет сказать об этом повару. Ты знаешь, о чем я тут подумал? Нужно срочно брать кредит. Закупать оборудование, делать документы. Там их целая куча. Замучаешься, получается, голосование. Время идет, а мы его попусту теряем. А время – деньги. Ну да, нужно еще на учет в налоговую установиться. И попросить разрешение у администрации местной. Подожди, а какие согласования? Там же уже было кафе. Можно у бывшего хозяина попросить готовый пакет документов. Я об этом и говорю. Будешь что-нибудь еще заказывать? Нет. Ко мне вчера оценщик из банка приходил. Смотрел мою квартиру, документы на нее проверил. Все-таки сумма кредита большая. Банку нужны гарантии, что я смогу выплатить деньги. Но зато уже можем оформлять бумаги на кредит. Нин, ты извини, что я не могу на себя взять кредит. Мне просто не дадут. У меня есть уже один кредит ипотечный на квартиру, в которой мы живем. Не волнуйся, я же сказала, я сама возьму. Лера? Привет, ребят. Привет. Я тут по делам шла и вот вас увидела. Дай, думаю, подойду, поздороваюсь. Вы, наверное, оставайтесь, а я побегу, чтобы время не терять, хорошо? Хорошо. Ты что тут делаешь в такой ответственный момент? Может, мне сорвать, что ли, все? Ты что, следишь за мной? Или ревнуешь? Все, Лер, уходи отсюда, ладно? Я про доверенность хотела сказать. Ну что ты врешь про доверенность? Я тебя слишком хорошо знаю. И про доверенность я помню. Но она сама должна предложить. Так все, Лера, уходи, уходи домой, не мешай. Быстро? Все нормально? Да. Кредит под залог квартиры 26,5 тысяч долларов. А процент какой? 17,5. Ух, вот сволочи, столько нагреют ни на чем. Ну ты не волнуйся, все равно кредит гасить буду я. Любимая. Так, теперь срочно нужно брать оборудование в кафе. Я нашел недорого, но офис у них очень далеко. Ну да, конечно, лучше, чтобы поближе, так удобнее будет. Еще я подумал, знаешь что, по поводу мясорубки, овощерезки, сырорезки. Может быть, возьмем какую-нибудь универсальную кухонную машину, ну, чтоб... Хотя нет, скупой платит дважды. Возьмем все отдельно. Ты прав. Да, не нуль. И жарочный шкаф. Может, подумаем о газовом? Просто электричество, оно дорого, и... А газ можно отдельно, баллон поставить. Угу. Да. А давай я на тебя доверенность оформлю. Так и тебе будет проще, и мне. А то ты с каждой ерундой ко мне обращаешься, а тут разорваться можно столько всего. Я буду спокойно заниматься кафе, меню и подготовкой к свадьбе. Ну, как хочешь. Ну, ты это, домой? Да. Пока. Пока. Нин, ты дома? Недавно пришла. Иду к тебе. Давай, жду.
Привет. Привет. Проходи. Я по Аниному рецепту приготовила банановые панкейки. Попробуешь? А с удовольствием. Это что-то вроде наших оладышек, но с бананом. Должно быть вкусно. Да. Ты сегодня какая-то не такая, вся светишься. Что случилось? Мы заявление подали. Да ты что? Да, дата свадьбы уже известна. Теперь нужно платье выбирать. Поможешь? Ну, конечно, помогу. А отмечать будем в нашем кафе. Ой, здорово. Да, я уже и кредит взяла. Теперь открыть кафе – дело времени. Ну, чего тянуть? Как Олег говорит, время – деньги. Ой, Нинка, какая ты счастливая, так за тебя рада. Ты знаешь, дурак твой муженек. Ну, он сделал свой выбор. Кстати, Аня сказала, что он хочет со мной встретиться и о чем-то поговорить. Интересно, о чем на этот раз? Угощайся. Ты хотел меня видеть, зачем? Да, хотел. Слушай, такое дело. Я жениться собрался. Вот, Юля ждет ребенка. Хорошо, рада за вас, молодой папа. Сейчас модно жениться на молодых, детей заводить, когда внуков давно пора иметь. Слушай, не иронизируй, а у меня нет настроя шутить сейчас. Серьезным стал? Да, мне очень деньги нужны. Ты мне должна за ремонт, кстати. Не могу продать квартиру, под нее взят кредит. Как кредит? Ну, ты не имела права. Это моя квартира. Распоряжаюсь ею, как считаю нужным. Мне не очень хорошие вести. С бывшей не получится получить деньги. Она заложила квартиру. А я не сомневалась. Да что? Ты куда собралась-то? А я ухожу. Тебе же толку никакого. С тебя толку, как с козла молока. С тебя даже взять нечего. И, кстати, давно хотела тебе сказать. У меня роман с нашим шефом. Ах, как же наш ребенок? Коль, какой ребенок? Нет никакого ребенка, я не беременна. А тебе я соврала, чтобы ты в ЗАГС пошел. Коль. То есть ты за моей спиной крутишь шефа, а я ради тебя семью бросил? Теперь я уверен, что именно ты написала СМС моей жене, чтобы она знала о нашей с тобой связи. Хочешь правду? Да. Да, это я послала то СМС, потому что мне начхать. Начхать на тебя, на твою жену и на всю эту ситуацию. Я переезжаю. К новому любовничку? А твое какое дело? У него, в отличие от тебя, хотя бы квартира есть. Дрянь! Ты мне за это заплатишь. Так. Алло? Алло, мам. Ну ты скоро, у меня уже пирог готов. Я уже в подъезде, сейчас буду. Привет, привет. Ну что, дочь, твоя идея бабушкам кулебяка, внукам суши. Цени. Как вкусно. Нравится? Да. А что у нас случилось? А меня во французское кафе взяли на стажировку. Да, сказали, что наставника дадут. Здорово. Мам, попробуй пирог. Сама приготовила.
пахнет замечательно. Мама, как вы с папой познакомились? В парке, на танцах. А что? Просто так странно, люди живут вместе, а потом раз и расходятся. Почему? Люди не ценят, что имеют. А потерявший плачет. Очень вкусно. А ты когда-нибудь думала, что вы расстанетесь? Нет. Я планировала провести вместе всю жизнь. Ты думаешь, он жалеет о том, что он ушел от нас? Думаю, да. Подобные авантюры добром не заканчиваются. Ты считаешь, он нужен этой женщине? Ей деньги нужны. А денег у него нет. Видимо, она его скоро бросит, и он останется один. А ты бы хотела сойти с ним снова? Зачем? У меня теперь своя жизнь. Но даже если бы я была одна, я бы не простила. Такие вещи нельзя прощать. А чего это ты о семейной жизни заговорила? У тебя, может, парень появился? Нет, я так на Максе обожглась, что больше ничего не хочу. Мне вон колледж закончить надо, работать начать. Умница, дочь. Правильные вещи говоришь. Думай о деле, остальное приложится. Горячо? Очень горячо. Но вкусно. Так, нужно составить список, что купить в первую очередь, чтобы деньги начали отбиваться. Это же кредитные деньги. Давай. Так, это технический проект. Держи, ой, прости. Все хорошо. А, ну здесь все есть. Кухня останется на прежнем месте. А вот про дизайн зала я бы подумала. Хочется, чтобы кафе было и уютным, и красивым. А оборудование? Слушай, может поговорить с хозяином? Взять оборудование в аренду, либо по более низкой цене. Ай, какая хорошая мысль. С этого можно начать, а потом, когда появится прибыль, поменяем на новое. Так, что нам нужно? В первую очередь кухонные плиты, жарочные шкафы, печь для пиццы, блинные аппараты, вафельница, фритюрница, слайсер, овощерезка, рисовая варка и мармиты. Да-да, все нужно. Поставку продуктов я беру на себя. Не забудь, пожалуйста, еще. Нужна витрина кондитерская на 350 литров. Такой в кафе нету, я точно знаю. И нужна еще хорошая индукционная печь. Подумать про униформу для официантов, дизайн меню и слоган. Нет, ты про свадьбу-то не забывай. Все-таки такое событие. Ты будешь счастлива со мной. Я буду заботиться о тебе всю свою жизнь. Ты должна жить как принцесса. Нет, как королева. Ты этого заслуживаешь. Послушай, я завтра схожу в наше кафе. Там хозяин должен был вывезти все свои вещи. Мне риэлтор звонила. Черт. Я совсем забыл. Мне же в командировку надо ехать. Блин. А это обязательно? Ты, может, не поедешь? Ну, не могу. Там поставщик молочных продуктов задержал поставку, а мне нужно искать нового. Ну, ты не волнуйся, я на связи. Звони, если что, ладно? А ты вообще уже уезжаешь? Ну, конечно. Давай, звони. Пока. Привет. Привет. Я Виталий. А я Аня. Ты новенькая? Да. Мне сказали, я буду тебя курировать. Угу. Что ты делаешь? Крем шантильи пытаюсь взбить. Угу. Уже неплохо. Итак, с чего начнем? Хочу научиться делать все французские десерты. Но сначала Иль Флотан. Плавающие острова у него. Такое романтичное название. Ну, как скажешь. Давай, плавающие острова. А я потомственный повар. У меня мама повар, и бабушка тоже была поваром. Это уже интересно. Значит, Иль Флотан. Наливаем молоко. Добавляем веточку ванили. Угу. Даем настояться 5 минут, потом ваниль убираем. Угу. И нагреваем.
Угу. Теперь бери яйца и отделяй желтки от белков. Давай, помогу. Спасибо. Так, теперь взбить до стойких пиков. Да. Да. И не забудь добавить сахарную пудру и несколько капель лимонного сока. Угу. А крем англез по нашему заварной, вот, я сделала. Молодец. Коленька, шеф просил передать тебе, что ты уволен. Да? Это почему? Это потому. Теперь я буду возглавлять отдел продаж в компании. Да. Кому же еще его возглавлять? Это уже не твое дело. Место освободи. Олег, я пришла принимать кафе, а здесь никого нет. Дверь закрыта. Как закрыта? Ну вот так, закрыта и все. Что они там вообще о себе думают? Не знаю, что они себе думают. Но мне что делать? В агентство идти, да? Нет, ты не волнуйся. Главное не волноваться. Ты пока никуда не ходи, не трепи себе нервы. Я через пару дней вернусь и сам все выясню, что там происходит. Это просто недоразумение. Хорошо? Хорошо. Простите, я вас здесь видела, да? Да, чем могу помочь? Мы можем зайти? Я хочу с вами поговорить. Пожалуйста. А почему кафе до сих пор не освободили? Все на своих местах, никто ничего не вывозит. Мне сегодня ключи должны были отдать. Я хозяин этого кафе. Я не понимаю, кто вам должен отдать ключи? Вы сдали это помещение. Я не сдавал это помещение. И не собираюсь отсюда никуда уезжать. А вот вы кто такая? Сначала вам еда не нравится. Теперь вы хотите меня же выгнать из моего же помещения. Вы кто? Я? Да. Знаете, это уже слишком. Я этого так не оставлю, мы будем разбираться. Пожалуйста. Залиште голосовое повідомлення після сигналу. Мы еще поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу быть полезна? Скажите, пожалуйста, а где риэлторская контора? Здесь был офис агентства недвижимости Куликов и партнеры. Это курсы по изучению иностранных языков. Как курсы? А куда же исчезло риэлторское агентство? Понятия не имею. Даже не знаю, здесь компании под названием Куликов и партнеры. Но мы здесь недавно, может быть, здесь до этого было агентство. Спасибо. Извините. Ничего, до свидания. Лер, давай быстрее, делай ноги. Ты почему до сих пор ничего не собрала? Осторожно, это мои сценические костюмы. Я женщина, у меня много вещей.
Деньги где? Не бойся, без денег не останешься. Потом узнаешь. И вообще, ты должна мне доверять. Доверяй, но проверяй. Все, уходим, уходим. Быстрей, быстрей! Деньги на месте, вещи на месте. Я ничего не понимаю. Поезжай еще раз к хозяину кафе и поговори с ним. Я была в агентстве, в котором оплачивала аренду. Его нет. Кого? Агентство. Как нет? Ну так нет и все. А что там? Там какая-то другая фирма, языковые курсы. О, Господи. Ну подожди, это ни о чем не говорит. Может, и правда съехали. Договор же с ними есть? Есть, конечно. Ну вот. Я тебе советую поехать и разобраться с хозяином кафе. Очевидно, что это он мутит воду. Пока. О, это опять вы. Присаживайтесь. Чай будете? Нет, благодарю. Я заплатила большие деньги за аренду этого кафе. Кому? Риэлторскому агентству Куликов и партнеры. Вы в полицию заявление подавали? Слышите голосовое повідомлення після сигналу. Я не понимаю, что происходит. Это кому вы все время звоните и не можете дозвониться? Муж? Почти. Давно его знаете? Не очень. Я все-таки советую вам обратиться в полицию. И чай сделал. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы к кому? Я прошу прощения, чего вы хотите? Я пришла к себе домой. Я вас не понимаю. Квартира, в которой вы сейчас находитесь, должна быть сдана, потому что срок аренды уже истек. Это неправда, это наша квартира, моя и моего мужа, ну, почти мужа. Ну, пожалуйста. Я владелец этой квартиры. Я требую, чтобы вы собрали все свои вещи и освободили ее. Некто Альберт Куликов снял эту квартиру сроком на 1 месяц. Я даю вам 2 дня. В противном случае я буду вынуждена обратиться в полицию. Всего хорошего. До свидания. Залиште голосове повідомлення після сигналу. Привет. Валечка,
квартиру, в которой я жила с Альбертом, не его. Как не его, а чья? Пришла какая-то женщина, показала мне документы на квартиру. Говорит, Алик снял ее на месяц. Я ничего не понимаю. Ниночка, я тебе перезвоню. Я же вас предупреждал. Ну, о чем она думала, скажи? Ну, предупреждал же. Ведь, ну я в чем виновата? Откуда я знаю, что там происходило? Мне документов никто никаких не показывал. Хорошо, что мы Нинке денег не одолжили. Что бы сейчас сделали? А где ее кредитные деньги? Да откуда я знаю? Ты любишь танцевать? Угу. Да, я тоже. А какие танцы? Латиноамериканские. Танго, румбу, самбу. Так красиво, когда танцуют профессиональные танцоры. Я тоже так хочу. Слушай, а давай запишемся в танцевальный клуб и будем ходить туда вместе. Давай. Так жаль с тобой прощаться. Пока. Да, платеж произведен успешно, по доверенности. Вы давали доверенность? Да. А можно как-то вернуть эти деньги? А что значит вернуть? Отменить перевод. Подождите, вы давали доверенность на имя Альберта Куликова? Да.
Если доверенность в момент перевода была действительна и содержала полномочия по распоряжению денежными средствами, то сделка соответствует законодательству. И ничего нельзя сделать. Но вы отзывали доверенность? Нет. Так что вы хотите? Перевод произведен законно. Ну, я не знаю, ну идите в полицию, пишите заявление. Банк здесь ни при чем. Банк сделал все правильно. Спасибо. Вот заявление. Этот? Ее уже ищет одна дама. А вы можете дать мне ее адрес? Я не могу давать адреса постороннему человеку. Я вас очень прошу, пожалуйста, дайте мне ее адрес. Я сама буду его искать. Я хочу, чтобы он был наказан. Но для этого мне нужно найти как можно больше женщин, которые от него пострадали. Я не думаю, что нас было только двое. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы к кому? Здравствуйте, я думаю, к вам. Я могу войти? Семь месяцев назад я познакомилась с мужчиной. Он очень быстро с моим сыном-подростком подружился. Стали жить вместе, я забеременела. Он меня с сестрой своей познакомил и уговаривал переехать к нему в провинцию. Мол, там красота неописуемая. Мы даже школу присмотрели моему сыну старшенькому. Затем пошел разговор о будущем домике. Я деньги перевела на строительство этого домика и доверенность на машину сделала. А он на этой машине уехал и пропал. Пошла в полицию. А в полиции мне сказали, что сделали запрос по моей машине и что она уже перепродана. Его звали Альберт? Нет, Павел. Павел? Посмотрите, пожалуйста. Вот это он? Ну, да, он. Этот мужчина был и моим женихом тоже. Только звали его Альберт. Я... Что с вами? Сейчас, секундочку. Что с вами? Люба, Люба, вы в порядке? Смирнова Любовь, вы ждете? Я. Родила недоношенную девочку, ребенок в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Спасибо большое. А вы к кому? Да я звоню, а дверь никто не открывает. Вы не знаете, есть там кто? Да, жили здесь. Месяц назад выехали. Девушка и какой-то мужчина. А вчера со своими сумками куда-то побежали. Очень спешили.
Да, это он. А где они сейчас, не знаете? Куда они уехали, не говорили вам? Не знаю. Не говорили. Залиште голосове повідомлення після сигналу. Что будем делать? Ее нигде нет. Не знаю, без конца звоню, она трубку не берет. Может, нам в полицию пойти? Мама, слава богу, живая. Мамочка, ну где ты была? Ну, мы тут с Валей чуть с ума не сошли. Подожди, дочка, подожди. Подожди, пожалуйста. Нин, может, поешь чего? Хочешь, я тебе чай приготовлю? Какая дура, а? Жила с мужчиной, ничего, кроме паспорта, не видела. Ни документов на квартиру, ни документов на ипотеку, ничего. Неужели он мог со мной так поступить, а? Я же такая счастливая. Он же меня любил. Как же я могла так ошибаться, а? Ниночка, ну, нужно держаться. У меня не осталось ничего, одни долги. Скоро кредит платить, квартиры заложены. Ни продать, ни разменять. Я Николаю должна, боже мой. Валя, я же даже тебе должна. Нин, за меня ты не переживай. Я что-нибудь придумаю. Валечка, миленькая, я тебя очень прошу, прости меня, пожалуйста. Я обязательно найду деньги, чтобы тебе вернуть. Я же знаю, как тебе это важно. Господи, дура какая, ну! А вот винить себя не нужно. Ты же не знала. Как тут проверишь, если человек говорит тебе, что любит? Ты же ему в голову не залезешь. Аня, как стыдно. Господи, стыдно как. Нина, очень хорошо, что вы пришли. Рад вас видеть. Не мог найти вас и, честно признаюсь, думал о вас. Вспоминали, как я вас пыталась выставить из кафе? Да. Не каждый же день тебя выгоняют из собственного кафе на улицу. Как ваше дело? Может, зайдем чай выпьем? Да. Как-нибудь в другой раз. Не до этого. Нужно отвлечься. В конце концов, произошло не самое страшное. Все поправимо. Вы дозвонились до этого человека?
Значит, он так и исчез. Да. Как можно носить такую девушку, как вы? Ну, чем я лучше других. Ну, вы производите впечатление женщины душевной. Что это очень важно для мужчин. То, что кто-то исчез и спрятался, еще не самое страшное. Есть вещи и похуже. Что хуже? Хуже? Когда тебя обманывают, а ты не подозреваешь. Принимаешь все за чистую монету. Неприятно, знаете ли, чувствовать себя дурой. Простите, просто обидно очень. Мы встречались каждый день, а он, оказывается, врал, чтобы меня обокрасть. Возможно, вы не единственная его жертва. Да. Похоже, это его работа. Каждый зарабатывает по-разному. Пойдемте, выпьем чай, поговорим спокойно. А какие у вас были планы в этом кафе? Что вы хотели? Я хотела открыть семейное кафе для молодежи и их родителей, для бабушек и дедушек. Хотела назвать его «Кухня». Оформить так, чтобы каждый из посетителей чувствовал себя здесь, как дома. Меню специальное сделать из старых и современных рецептов. У меня очень много рецептов, большая коллекция. В семье потомственные повара, династия, можно сказать. Ну, рухнула моя затея. Ну, почему же? Очень хорошая идея по поводу семейного кафе. И объединить старую и новую кухню. Это тоже что-то новое. Ну, по крайней мере, я об этом впервые слышу. Вы у следователя были? Да. И? Давайте вместе сходим. Ну, куда лучше, когда мужик с мужиком разговаривает? Хорошо, спасибо. Александр Иванович, что можно предпринять? Нина попала в ужасную ситуацию, и можно ли вернуть деньги и наказать его? Понимаете, даже если мы найдем, его сложно будет привлечь. Ведь эти жертвы сами отдали ему свои деньги. И что, теперь он будет дальше продолжать заниматься этой деятельностью? Ну, можно постараться его найти и привлечь. Но деньги своим жертвам он не вернет, наверняка он их припрятал. Я вас очень прошу, помогите нам. В прошлый раз вы оставили заявление. Ну, дадим ему ход, будем разбираться. А для начала нужно этого Альберта и его боевую подругу. Как ее там? Лера. Лера. Для начала их нужно найти. Объявлю их в розыск. Ну, а параллельно будем еще искать пострадавших от этой парочки. Мы тоже будем их искать, Нина. Не переживайте. Найдем. Очень мне неловко перед вами за свою глупость. Да отпустите уже эту ситуацию. Таких аферистов очень сложно распознать. Практически невозможно. И никто, к сожалению, не застрахован от этого. Так что не казните себя. А знаете что? Я тут подумал. Может, вы пойдете ко мне в кафе работать? Будете шеф-поваром? Была у меня тут некая Яна. Так вот я пожалел, что ее взял. С Яной мы знакомы. В одном ресторане вместе работали. Она до сих пор у вас трудится? Нет, я ее уволил. Сейчас мое кафе практически не работает, оно невентабельно. Надо либо закрывать, либо менять в корне. Ну, я имею в виду концепцию, меню и так далее. Да-да. Я, конечно, совершил очень много ошибок, и клиенты просто перестали ходить. А вот ваша идея по поводу семейного кафе мне очень нравится. Спасибо вам за предложение, я соглашусь. Но у меня, правда, и выбора особо нет. Я в долгах, как в шелках. Ну, тем более, долги рано или поздно нужно отдавать. Да. Давайте так. Вы принесете мне варианты своего меню на рассмотрение. Это исключительно деловое предложение. Хорошо. Вот заключим, так сказать, сделку. Вот, значит, завтра приходите, приготовите мне что-нибудь по своему рецепту. На дегустацию. Ну, а потом посмотрим, что у нас получится. Как скажете.
Познакомь меня со своей мамой. Она мне уже заочно нравится. Хорошо. А пойду к нам в гости. Она сейчас дома как раз что-нибудь вкусненькое приготовит. Пойдем? Пойдем. Хорошо. Кстати, забыл тебе сказать. Звонили из перинатального центра. Пришло время для процедуры ЭКО. Наконец-то. Я уже думал, что там про нас забыли. Ведь я хотела тебе сказать, что денег на ЭКО нет. Как-то нет. Где же они? Я все деньги отдала Нине в долг. Что? Как? Что ты сделала? Ты с ума сошла? Почему ты мне об этом ничего не сказала? Две дуры. Две дуры! Аферисту все деньги в руки отдать! Приятного аппетита. Приготовила для вас грибной пудинг. Попробуйте. Вкусно. Прям тает во рту. А что за рецепт? Нашла в старой поварской книге. Прошлого века еще. Как интересно. Можете показать? Конечно. Вот он. У нас в семье много таких книг. Да, не говорила. Оригинальный рецепт. Да, и очень просто в приготовлении. А как у Анечки дела в ресторане? Аня молодец. Скоро она будет моим наставником. Зашла за трудовой книжкой и думаю, дай сюда загляну. А тут все те же. Опять ты мне дорожку перешла. Что, не удалось Корнеева захомутать, так ты теперь тут пытаешься то же самое сделать? Только и думаешь, как какого-нибудь мужика заарканить. Надо же. Как вообще земля таких носит, а? Чтобы все с тобой так поступали, как ты со мной, поняла? Дегустируйте, пожалуйста. Угу. Солянка и гратен из баклажанов. Сейчас попробуем. Что? Что, издеваетесь надо мной? Перцу от души насыпали. Вы недалеко от Яны ушли. Я не понимаю, что произошло. Вы гостям такой же будете суп предлагать? Нет, уж увольте. Я не могла ошибиться. Я слушаю. Алло. Нина. Слушайте, я понял, что это сделала Яна. Алло. Нина. Вы меня слышите? Я вас слушаю. Мне охранник сказал, что Яна приходила до вас. Я знаю, что вы бы так никогда не поступили. Почему вы так считаете? Потому что вы другая.
Еще раз извините меня за то, что я погорячился. Приходите завтра в кафе, я вас очень жду. Хорошо, я приду. Когда мы уедем отсюда? Ты обещал, что дело с этой бабой будет последним. Лер, ну может, хватит уже, а? Что хватит? Мы долго будем прятаться в этом городе? Я уже 100 раз тебе говорил, я хочу отложить отъезд. А почему? Ну, потому что у меня в этом городе есть еще дельце. Какое дельце? Очередная баба? Хочу признаться, мне на крючок попалась еще одна женщина. 45 лет, одинока. Своя машина, квартира, бизнес. В общем, полный фарш. Где подцепил? Да случайно познакомился. Сразу понял, моя клиентка. Слишком простой вариант, чтобы ее отпускать. Я ее в ресторан пригласил уже. Честно, мне не хочется вас выучить. Что? Что? В этом городе столько одиноких баб. Я сам в шоке от такого количества. Работы непочатый край. Правда, теперь нужно быть более осмотрительным, ну, чтобы не попасться на глаза тем, кого уже отработал. Ну что? Ну что ты так смотришь? Да. Мне нравится моя работа. И хочу признаться, что чем сложнее дело, тем больше удовольствия я получаю. Тебе не понять, там такой адреналин. Алик, ты доиграешься. Лера, если тебе не нравится, можешь ехать. Да. Прям к станку, на завод. Поработать немного. Но я все-таки надеюсь на твое благоразумие, что ты у меня умничка останешься. Ты помнишь поговорку? Жадность фраера сгубила. И тебя погубит. Нам ехать надо, нас ищут. Эта повариха это так просто дело не оставит. Пойми мое слово. Мне пора идти. Пока. Телефон. Что случилось? Потом объясню. Алло, мам. Тут твой Альберт. В моем ресторане. С какой-то женщиной. Я сейчас приеду. Наблюдай за ним. Постарайся сделать так, чтобы он не вышел. А я в полицию позвоню. Хорошо. Мы встретились, чтобы быть вместе. Это судьба. Я даже мечтать не мог о такой, как ты. Я искал тебя всю жизнь. Подожди, я сейчас вернусь. Конечно, любимая. Пожалуйста, я вас прошу выслушать меня, вы только не пугайтесь. Вы о чем? Мужчина, который сидит с вами за столиком, мошенник. Вы можете попасть в очень неприятную историю, так же, как это случилось со мной. Что за чушь вы несете? Анатолий мошенник? Этого не может быть. Это он сейчас, Анатолий. А со мной был Альбертом. А до этого был Павлом. Это вы так убираете соперниц? Или вы просто интригантка? Я позову на помощь, если вы мне не дадите пройти. Понимаете, я не шучу. Пожалуйста, помогите мне его задержать. Сюда полиция едет. Вы обо мне можете думать все, что угодно, но вы меня услышите, пожалуйста. Это очень опасный человек. Он обманом у меня огромную сумму денег отобрал. Он врал мне каждый день. Даже в ЗАГС меня сводил, а потом исчез. Понимаете? Ну как же. Все, что захочешь, любимая. У меня впечатление, будто мы знакомы с тобой всю свою жизнь. Вас ожидает та же участь.
И, к сожалению, мы с вами не единственные. Я думаю, он многих так обманул. Что я должна сделать? Постарайтесь, пожалуйста, его задержать под любым предлогом, если он захочет уйти. Спасибо. Все нормально? Да. Может, пойдем уже? Ой, еще посидим. Хочу десерт. Или флатан. Все, что захочешь. Не нарушал. Я законопослушный гражданин. Да ну что вы? В полиции разберемся, кто ты есть на самом деле. Везде оформляю. Добро. Здесь уже несколько заявлений. Ты проходишь по трем из них. Подозреваем тебя в подделке документов, мошенничестве, завладением чужого имущества. Все это потянет на десятку с конфискацией. Да ладно. Какое мошенничество? Какое хищение? Я к этому не имею никакого отношения. Ты еще доказать надо. Докажем. Не первый день работаем. Это Лера во всем виновата. Моя гражданская жена. Это она придумала грабить баб и сама грабила. А я... А что я? Я охмурил только двоих. Да, и хочу уточнить, что деньги я у них не брал. Они мне сами давали. Кстати, твою боевую подругу мы тоже задержали. Давно вы с ней занимаетесь этим бизнесом? Ладно, следствие разберется, сколько женщин вы ограбили и кто мозг предприятия. Жаль только, что не все женщины обратились в полицию. Поэтому вы и вели себя так безнаказанно. Женщины, женщины, женщины. Да они сами виноваты. Хотели быстрого счастья? Пожалуйста. А за удовольствие платить надо. Я давал им это счастье, я делал то, что они хотят, и они за это мне платили. Что, вы бы отказались от денег? Я? Да. Я бы не брал чужие деньги. И уж если вы спросили моего мнения, то на вашем месте я бы написал чистосердечное. Смирнова Любовь, говорите? Да. Она уже выписалась. А девочка? На девочку она написала отказ, сказала, что у нее нет возможности одной растить ее. А где сейчас ребенок? Ее отдали в дом малютки. Спасибо. Валь, я зайду к тебе сейчас ненадолго, ладно? Валя? Валь, что случилось? Ничего, не обращай внимания. Валечка, я же вижу, ты расстроена. Что произошло? Витя не нашел денег на ЭКО. Не знаю, что нам теперь делать. Прости меня, пожалуйста, это я виновата. Ты же не хотела, сама вон как пострадала. Алёш, я не знаю, как ты к этому отнесешься. У меня есть вариант. А давай прогуляемся, обсудим, давай? Новорожденных. Характерно 20% детей. Через 2 недели пройдет. Как тебе малышка? Она мне очень нравится.
Я хочу удочерить эту малышку. Она уже в моем сердце. Только бы Витя согласился. Ну, позвони и поговори с ним. Он у тебя хороший, я думаю, согласится. Думаешь? Угу. Алло, Витя. А что, если мы возьмем ребенка из дома малютки? Какого еще ребенка? Ну, это женщина, Люба, которая родила от Алика. Она отказалась от ребенка. Малышка осталась без отца и без матери. Витя, она такая хорошенькая. Может, возьмем ее? Вот и про наследственность девочки подумала. У нее отец аферист. Да она совсем еще кроха. И вырастет такой, какой мы с тобой ее воспитаем. Ведь я уже отчаялась забеременеть. Мы с тобой сотню врачей обошли. Что только не делали, все безрезультатно, ты же знаешь. Ну, давай хотя бы ты сходишь и просто на нее посмотришь. Ну, хорошо. Давай сходим. Посмотрит? Как хорошо, что ты согласилась здесь работать. Что бы я сейчас без тебя делала? Ты видела, сколько народу в зале? Ага. Спасибо, что позвала. Заказ стейки с семги. Приняла заказ. А идея-то хорошая оказалась. Совместить современную и старинную кухню. Даже не ожидал, что так получится. Так что поздравляю вас, девчонки. Спасибо. Сергей, у нас заготовки на завтра сделаны. Да и сейчас все готово. Я хотела отпроситься. У меня дело важное. А с Надюшей мы договорились, она меня подменит. Хорошо, да. Хорошо. Я тоже сейчас уеду. Спасибо. Вам спасибо. Надюша, выручай. Ну что, с днем рождения! Спасибо. Держи. Нравится? Да. Смотри, какая она мохнатенькая. Папа, вот она, тетя Нина, про какую я тебе говорила. Она мне сделала эту игрушку. Я ее так люблю. Спасибо. С именинницей. Осторожно. Ну и где твоя сестра? Где она бегает? Или у нее опять новый проект? Вить, ну зачем ты так? Сейчас она придет, обещала быть ровно в 12. Да? О, а вот и Нина. Чуть не опоздала. Забрали уже? Ну. Поздравляю, папа. Спасибо, тетя. Как назвали? Соней. Что за имя Соня? Ну, просто она очень любит спать. Ну и что, из-за этого теперь так девчонку называть? Мне, например, нравится имя Маргарита. Маргаритка – цветок. А мне нравится Соня. И вообще, я мама, и я буду решать, да? А я папа. Мою дочку будут звать Маргарита. Ладно, вы спорьте, а мне нужно убегать пока. Ну что, Маргарита, простим тетку? Естественно. А давай тетю Нину позовем к нам домой. Почему она всегда уходит? Пусть она у нас останется, поживет. Ну, давай спросим у тети Нины. А почему ты всегда уходишь? Мне нечего тебе ответить, дружочек. А давай ты позовешь у нас. Давай ты останешься у нас. Давай. Здравствуйте.
А могу я видеть Сергея Терехова? Кто вы, по какому вопросу? По личному. Я его жена. Как жена? А что вас так удивляет? Ничего, в зале посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Привет. Привет. Ну и что тебя заставило вернуться из-за океана? Я прошу тебя выслушать меня. Сереж, я очень жалею, что все так получилось. Я ошиблась с выбором. Поздно жалеть. У нас общая дочь. Суд оставил ее со мной. Вика моя дочь. Я ее биологическая мать. Вот именно что биологическая. Ты бросила ее? У нас все хорошо с Викой. Сережа, я люблю тебя. Не верю. Я хочу увидеть свою дочь. Хорошо. Хорошо. Я предоставлю тебе такую возможность. Как мама поживает? Работает. Все хорошо у нее. Потихоньку кредит отдаем, долги. Ты как? Нашел новую работу. Вы где живете? Все там же. Дочь, ты передай маме, что я не буду брать деньги за ремонт. Я за последнее время много что понял. И вообще раскаиваюсь, что вел себя просто по-скотски. Прости меня, дочь. Прости. У мамы нужно прощения просить. Не хочу ничего объяснять. Не, объясни, пожалуйста, что происходит. Ничего, просто ты, оказывается, женат. Ты про Алису? Ты моя бывшая жена. У меня с ней все кончено. Бывшая жена тоже женщина. Ты разведен? Конечно. Не трогай меня, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Но ты можешь хотя бы в кафе остаться работать? Пожалуйста. Хорошо работать, я останусь. Отношений между нами быть не может. Тетя Нина, где ты была? Я по тебе соскучилась. Привет, моя хорошая. Нужно делать вот так. Нет, ты все неправильно поняла. С бывшей женой у меня все кончено. Клянусь. А теперь мы пойдем к нам. Ну а что, правда? Пойдем к нам? Мы с Викой тебя приглашаем. Ну да. Что ж мне делать? Вставать и идти. Попали в горшок со сметаной две лягушки. Вот что делать? Та, что послабее, нос повесила, да и пошла ко дну. А вторая решила, рано мне помирать-то. Буду-ка я скакать да прыгать, авось выберусь из горшка.
А что дальше? Ну, слушай, что было дальше. И вот вторая лягушка. Уж она прыгала, уж она скакала. Масло-то избилось. И она прыг на комок масла и выпрыгнула из горшка. Вот о чем эта сказка? А лягушка? Да, о лягушках. А еще о том, что нельзя опускать руки ни в какой жизненной ситуации. Вот одна лягушка опустила лапки и утонула. А вторая прыгала, прыгала, боролась и осталась жива. Значит, всегда нужно сопротивляться жизненным обстоятельствам. Ну, как поживают молодые родители? С днем рождения. Я бы сказал, многодетные молодые родители. У нас будет двойня. Какой сюрприз. Да. Спасибо. Спасибо. Мы так счастливы. Врач сказал, что такое возможно, стоит только в семье появиться приемному ребенку. Вот это да. Я поздравляю вас. Спасибо. С днем рождения. Помогаем, помогаем. За именинницу. За именинницу. С днем рождения. Минутку вашего времени. Друзья, дело в том, что это кафе, это полностью заслуга Нины. Что, ну, посмотрите, как оно преобразилось. И все это благодаря тебе. Спасибо. И еще хочу сказать, Нина, выходи за меня.